Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат EC620 производства компании «Скрин» поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит инструкция, каталог продукции компании «Искрейн», сам страйкбольный автомат и бункерный магазин. Страйкбольный автомат EC620 от компании «Искрейн» выпускается в различном цветовом исполнении и является копией 5,56 мм автоматического карабина МК-18 МОД-1, состоящего на вооружении подразделений специального назначения армии США. Главными отличительными особенностями представленного страйкбольного автомата являются высокая копия боевого прототипа, включая маркировки. При том, что продукция компании «Искрейн» относится к бюджетному сегменту. Автомат оснащен квадрейл-цевьем, то есть цевьем по бокам, снизу и сверху, на котором имеется интерфейс стандарта Picatinny, позволяющий устанавливать лазерные целеуказатели, тактические фонари, рукояти переноса огня и блоки управления огнем. На верхнем ресивере также имеется планка Picatinny, сопряженная с верхней планкой на цевье, что позволяет устанавливать на автомат оптический или коллиматорные прицелы. Кроме того, на автомате установлено дульное устройство, совместимое с быстросъемными глушителями. Данный страйкбольный автомат от компании «Искрейн» комплектуется гирбоксом второй версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен в прикладе. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется утопить фиксаторы тыльника приклада, снять тыльник и заглушку. Внутри трубки приклада располагается разъем мини-томия. Модель автомата изготовлена из металлического сплава, ударопрочного пластика и стали. Из металлического сплава выполнены дульное устройство, внешний ствол, цевье, прицельные приспособления, верхние и нижние ресиверы, рычаг взведения и трубка приклада. Из ударопрочного пластика пистолетная рукоять и приклад. Из стали магазин, антапка и отдельные элементы конструкции. Тыльник приклада резиновый. Страйкбольный автомат EC620 от компании «Искрейн» оборудуется телескопическим регулируемым 5-позиционным прикладом типа крейнсток. Для того, чтобы раздвинуть приклад, потребуется утопить фиксатор, сдвинуть приклад в нужную позицию, отпустить фиксатор и зафиксировать приклад. Переводчик режимов огня, он же предохранитель левосторонний флажкового типа, имеет три положения. Положение сейф, когда предохранитель включен. Положение сейми для ведения одиночного огня. И положение ауто для ведения автоматического огня. Регулировка хоп-апа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад до отказа рычаг взведения, после чего он встанет на затворную задержку. Здесь располагается роторное кольцо, при повороте которого вниз увеличивается степень подкрутки шара. Останется только снять имитацию затвора с затворной задержки, нажав на клавишу на верхнем ресивере слева. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых складных мушки и диоптрического целика. Целик имеет регулировку как по горизонтали, так и по вертикали. Мушку можно настроить только по вертикали при помощи мушковерта. Для того, чтобы сложить или разложить прицельные приспособления, дополнительные усилия не потребуются. При необходимости прицельные приспособления можно демонтировать, раскрутив винты слева при помощи крестовидной или шлицевой отвертки. Для крепления оружейных ремней имеется двухсторонний стальная антапка в основании трубки приклада, а также в прикладе имеются две прорези для продевания оружейных ремней. Для того, чтобы установить магазин, потребуется вставить его в шахту магазиноприемника вверх до щелчка. Для извлечения магазина достаточно нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. С данной моделью совместимы большинство магазинов M-серии от различных производителей. В частности, с ним совместимы бюджетные магазины KHK416 и AR15 от непосредственно самого «Искрейна», а также отсымы, которые чаще других можно встретить в наличии в страйкбольных магазинах. В комплекте поставляется стальной бункерный магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху. Для того, чтобы шары попадали в окошко подавателя, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина.